Короче говоря, я походу только завтра смогу играть. Ну, я надеюсь, что хотя бы ближе к ночи. Смотрим, народ появится. У меня скорость падает. Туда-сюда бегает. У меня максимально стоит, но этого недостаточно. Просто у меня тариф такой. 10 мегабайт. Все. Ты 10 мегабайтов платишь. За 10 мегабайт платишь 500 рублей. Да, вместе. Блин, это, конечно, хреново. У вас там акция? Так-то, наверное, вы, наверное, поболее или хрен знает. Акцию смотрите, читайте, что узнаете. Ну, я сижу, жду, пока закачка закончится. Дамир, я тебе знаешь, что скажу? Просто я сейчас тебе говорила, то, что я последний раз подключала какую-то там услугу на Билайне. Увеличение скорости. То есть я тебе просто не знаю, может быть, когда-нибудь ты подумаешь. Ну, не знаю, одумаешься, нет, но просто. Ну, я сижу, жду, пока закачка закончится. Вот я тебе Дамир, просто так. На Билайне скорость намного выше будет. Просто. Я сейчас тебе говорю. Ну, сначала то, надо тут разобраться. Надо уйти из Аиста, потом да, пойти в Билайн. Скорости. И сколько это будет стоить, надо узнавать. А пока вон, скачаем, посмотрим. Подумаешь, ну, не знаю, ждать, все, сидеть на пуме ровно, я сижу, жду, пока. Я помню, когда я договор с Аистом расторгал, я прям шла в офис. Качка закончится. Вот я тебе говорю, что я взяла мне скорость, расторгал договор, потом заключал договор с Билайном. Ну, сначала надо тут разобраться. Надо уйти из Аиста, потом пойти в Билайн. И сколько это будет стоить, надо узнавать. Пока он скачает, посмотрим. Секунду, все, сидеть на пуме ровно, я сижу, жду, пока. Не, ну ждать, конечно, я помню, когда я договор с Аистом расторгал, я прям шла в офис. Подключение, вот я тебе прошу, договор, потом заключал договор с Билайном. Ну, сначала надо тут разобраться. Надо уйти из Аиста, потом пойти в Билайн. И сколько это будет стоить, надо узнавать. Пока он скачал, секунду, все, сидеть на пуме ровно, я сижу. Никаких денег не надо. С Аиста просто уходишь, отказываешься от договора и бесплатно к Билайну подключаешься. Все. Какой тарифный план стоит, вот на котором вы стоите? Ну у вас какой тарифный план? Ну я последний раз. Я не помню, как он называется, но у меня тарифный план 350 рублей в месяц. 30 мегабит в секунду. Сейчас я тебе скажу. Надо зайти в личный кабинет, там посмотреть. Да, Настя, в личку зайди, просто скажи ему название. Ну вот, я как и хотел сказать, двойная выгода. 50-80 мегабит, 50 днем, 80 ночью. 490 рублей. Включение бесплатно. То есть до того, как придут тебе вот эти, как называется, специалисты, которые будут проводить кабель, там вот эту установку делать. Ух ты, нихера себе, Настя. Че? Я сейчас только посмотрел, у меня до 80 увеличили, прикинь. Ну да, да, вот. Я говорю, все, у него до 80 сейчас увеличена скорость. 80 мегабит в секунду. То есть до того, как они придут, тебе нужно пополнить счет свой. Они тебе скажут твой логин, короче. Номер выделенной линии, ты пойдешь пополнишь. Или там маму попросит кого-нибудь, чтобы ты дома был, кстати. Они тебя попросят об этом. Ну и потом придут, установят, придут кабель там. Это. Помнишь, как меня кабель тянули? Я заколебался тогда. Это был ужас. Они то же самое будут делать? Ну да, кстати, тянуть. Да, они будут то же самое делать. Будут так же кабель кидать, тянуть. А со старым кабелем, это когда договор... Старые не катят, они свой новый проводят. Да, свой новый. Более толще, более здоровый. Когда с Аистом расторгаешь договор, старый кабель они забирают? Нет, не забирают, они оставляют, они просто его обрезают. Вот мой Twitch. Кстати, посмотрите онлайн, там маунт такой красивый. Twitch.
онлайн. Какой к черту Twitch? Я качаю, я вообще, мне нагрузку на линию не надо лучше, вообще никакую. Какую к черту Twitch? Ну ладно, ладно, Дамир, просто я Ярику говорю, пусть он сам посмотрит, если у него возможность. Ну хотя бы один. Я уже смотрю. Сейчас, подожди, я просто покажу, как там что, и все, и выключу сразу. Просто маунта посмотри, красивый, кстати. Я качаю, я вообще, мне нагрузку на линию не надо лучше, вообще никакую. Какую к черту Twitch? Ну ладно, ладно, Дамир, просто я Ярику говорю, пусть он сам посмотрит. Ну ладно, я просто буду сидеть, ждать, пока загрузка идет. Я уже смотрю. Сейчас, подожди, я просто покажу. Это отдельная тема, а пока он насчет этого нужно. Ждать, пока скачается. Я сижу, жду. А что, сейчас такие мотоциклы есть, Настя? Просто маунта посмотри, красиво, кстати. Я качаю, я вообще, мне нагрузку на линию не надо лучше, вообще никакую. Какую к черту Twitch? Ну ладно, ладно, Дамир, просто я Ярику говорю. А что закрыли, непонятно. Да вот не знаю, они просто как бы прилеплены к ней. Красиво, да? Слушай, а ты... Вообще красиво. Ты у персонажа, мол, видишь в руке крест? Это баг, кстати, не баг, а просто линия тормозит. Вижу крест, да. Чёрт, а. Ладно, Настя, всё, я фильм смотрю. А, ладно, всё, хорошо. Прерываю.